Вот газета «Камчатка Информ». Я прочитала такую информацию. Подводный аппарат показал, что в Авачинском заливе есть жизнь. Росприроднадзор впервые использовал аппарат для подводной съемки во время исследований бухт «Тихая» и «Безымянная». С его помощью специалисты увидели живые микроорганизмы и рыбу на разных глубинах, передает Камчатка-Информ со ссылкой на ведомство. Снимки будут обнародованы в ближайшие часы, рассказали в Росприроднадзоре. Там также отметили, что на сегодня никакие специфические вещества в Авачинском заливе обнаружены не были, но ученые продолжают анализировать уже собранные пробы. Так что вот так. Люди работают. Далее я не буду читать. Потом, наверное, опубликуют эти снимки. Ну, вот так информация уже какая-то есть о том, что животный мир существует под водой. А на этом у меня все.